Ну, понимаете, в чем дело? Во-первых, то, что касается чиновников, однозначно. Потому что люди, которые принимают государственные решения, они не могут зависеть от других стран, потому что если человек имеет недвижимость где-то, то, соответственно, тут он и попал на крючок, и могут командовать, он не самостоятельный. А страна должна быть самостоятельной, это безусловно. А люди, которые не являются государственными служащими, может быть, им комфортно иметь два гражданства для бизнеса, или он может иметь вид на жительство, это его личное дело. Потому что сейчас же декларируют свободу перемещения, слава тебе Господи, у нас нет железного занавеса. Поэтому я не вижу в этом ничего особенного, почему он должен кого-то уведомлять. Вопрос о налогообложении, он не является вопросом гражданства, это вопрос финансовых органов. Тем более, что сейчас война с офшорами и вот эта прозрачность, все финансовые сферы это поддерживают, поэтому я не вижу здесь какой-то обязательности на этом вопросе. Для чиновников государственных, тем более высшего звена, это однозначно ситуация. Они не имеют права иметь гражданство. Вопрос тогда, почему ты имеешь гражданство другой страны, если ты обслуживаешь этот народ?